Строительство – важная составляющая экономики. Любой сбой отражается на темпах и графиках работ. Текущие проблемы застройщиков, перспективы и направления развития отрасли обсудили на совещании. Новые подходы к проектированию, подготовке проектно-счетных документов, налаживанию работы с эскроу-счетами. У застройщиков немало вопросов. То есть банки, когда определяли программу перехода, то, соответственно, не подготовились к тому, что тут какой-то должен быть совершенно другой подход к кредитованию, к проектному финансированию. Надо срочно отрабатывать сроки, какие стандартные, понятные, и условия кредитования. Строительство дорог и социально значимых объектов в новых микрорайонах – еще одна головная боль строителей. У застройщиков не всегда хватает собственных средств. Кредитная поддержка банков будет как нельзя кстати. Сейчас создана специальная дочерняя компания для развития региона. Мы собираем до августа месяца проекты и можем практически со 100% участием Сбербанка финансировать объекты инфраструктуры, стадионы, ледовые дворцы, школы, детские сады в ваших микрорайонах. Для этого нужно согласовать условия по схеме государственно-частного партнерства, и многие микрорайоны можно развить быстрее. Обсудили и создание целостного архитектурного образа застроек. Он тоже должен соответствовать определенным стандартам, учитывать ландшафт территории. В последние годы в столице Чувашии появились несколько объектов, которые закрыли видовые обзорные точки, что вызвало недовольство жителей. Олег Николаев отметил, что имеющиеся ошибки поможет исправить ансамблевая застройка. Впредь при составлении архитектурных планов все же надо учитывать мнение горожан. Богдана Дойникова, Павел Рядков, Республика.